Всем привет, ребята. Я давно занимаюсь скупкой товаров Apple, БУ, новые привожу с других городов. И сегодня я бы хотел вам показать iPhone XS Max на 64 гигабайта. Американец. Данный аппарат я купил БУ на Авито. Как всегда, все это спонтанно получилось. Увидел объявление и решил написать. Вот XS Max в идеальном состоянии. Так, сейчас протру. Так. В идеальном состоянии абсолютно. Самое интересное же, конечно же, это цена, за сколько я купил. Данный аппарат я купил за 46 тысяч рублей. С полным комплектом, с чеком. Чек есть. С полным комплектом, с чеком, без ремонта, без дефектов. Корпус в идеале. Сам я пользуюсь десяткой. Дико сейчас раздражает. Я недавно поменял десятку, у меня 10R был, там зарядка держала больше. У меня самого есть Инстаграм, вот. Там я показываю технику, чё, за сколько купил, чё сделал, если чё, подписывайтесь. Так, тут как всё получилось, расскажу вкратце. Договорились, встретились, и я поторговался. И за 46 мы договорились. Так. Емкость аккумулятора 93 показывает. Телефон в идеале. Без ремонта. Девушка пользовалась. Как вы считаете, 46 тысяч достойная ли цена для iPhone XS Max? Скоро я сниму еще видео про iPhone 10, который я сейчас снимаю. На сегодняшний день, 8 ноября, iPhone XS Max на 64 за 46. Вот камера. Все работает идеально. Звук можем послушать. Так. Телефону год ровно.